15 июня 2021 год. Хочу показать вам, друзья, вот теплицу. Теплицу у забора. Бюджетная. Своими руками. Из горбыля. Теплица для помидор. Идем, значит, мы идем. Идем, мы идем. И что мы видим? А видим мы вот малину. Посмотрите, что творится. Я вот сколько малины было, сколько я не видел. А я сейчас сравню, вот вам покажу. Вот малина, да? Вот она. Вы видите, да? Видите, нет? Это вот малина. Да, я понимаю, малина. Какую малину таим? Ну, это тоже уже как бы пошла-то. Наша-то вот такая вот простая-то. Вот. Ну, конечно, ее не сравнить. Смотрите, какие новые стволы уже выросли. Выше человеческого роста. Так, вот, так, вот, как. Вот, 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 значит, вот малина. А, так я же хотел рассказать про теплицу. Забыл, вот. Теплица, вот, значит, теплица. Оп, заходим в теплицу. И встречают нас помидоры, посажены лежа. Помидорки уже он есть, где-то я смотрю. На теплых грядках мы садим. Все. У нас все бюджетно. Бюджетно все. У нас все бюджетно. Все бюджетно. Показываю все. Я всегда все стараюсь показать. Как вот есть. Перцы. Вот тут, наверное, уже перец вот готовый. Его вот уже, наверное, точно можно снимать. Там он. Ну, мы как-то к перцам, мы к ним. Перцы это не наш конек. Наш конек огурцы, помидоры. Ну и, конечно, кубинские перцевидные, черные, вот оно, вот он, вот он растет. Я буду все время его показывать, держать вас в курсе. Вот он еще такой маленький, да, видите, да, маленький такой, корявый уже. Блин, это же экзоты, это экзоты. Это, я не знаю, с чем сравнить их можно. Экзоты. Ох, они капризные, ох и капризные, вообще это не сравнить, вот. Ой, капризные, ну ладно, вот так вот, в общем, как-то. Теплица у нас, жара 30 градусов, открыты все окна, вот окно открыто, вот окно открыто, вот дверь открыта, вон окно открыто, вот окно открыто. Теплица у забора, вот везде забор. Посмотрим, сколько сейчас температура в теплице. Сейчас температура в теплице 30 градусов. Вот вам и теплица у забора.